Всем привет! Очередное видео обслуживания ТЭП-70 дизеля, вот топливные фильтра. Перед тем, как их снять, надо слить топливо. Ну что сейчас и происходит. Топливо чисто идет, без осадки, без всякого, без грязи. Фильтра меняются регулярно. Немножко надо подождать. Потом это топливо будем использовать для мойки других фильтров, центробежных фильтров. Вот сливается уже с последнего фильтра топливо. Скоро можно будет собирать. Ну, здесь два фильтра уже готовы. Сейчас третий будет собираться. Ставятся новые элементы, свежие. Резиночки самодельные. Потому что, как я говорил, заводские высыхают, становятся пластмассовые. Напарник мой выздоровел. Всем привет передает. Молча. Говорит, когда я его снимаю, у него все с рук сыпется. Вроде ничего не сыпется сегодня. Ну, все получается. Резиночек. Сейчас будем рубить. Такие у нас специальные пробойники. То есть одним ударом можно вырубить сразу прокладочку. Два диаметра. Кто на весь сектор чихает? Такие прокладочки получаются. Можно домой на кран вырубить. Любой диаметр. Ну, а топливные фильтры готовы у нас, центробежные тоже, и вот еще что готово, вот не поверите, отмыл керосином, простым керосином, вот никакая химия не берет, а вот старый добрый керосин подействовала, критика. Свое дело сделал, да, критика подействовала, и в дизельном действительно стало как светло, вот. У меня даже фонарь выключен. А если на улицу выехать, это вообще будет класс. И стеклышки отмылись, вот все уголки там прямо вот до резинок. Керосин прекрасно берет. И вот полтора стекла я вымыл буквально, не знаю, ну, за полчаса. Все хорошо видно. Так что вот, как говорится, это всю жизнь живи и всю жизнь учись. Ну ладно, на этом буду заканчивать. Напарник там где-то прячется. Ну, всем пока.